Дорогие друзья, в этот торжественный вечер хочу искренне приветствовать всех, кто сердцем откликнулся на позывные Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Всех! Всех, благодаря кому не просто город, вся наша Беларусь в буквальном смысле живет искусством, звучит музыкой фестивального лета, говорит на разных языках. Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник, настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания. Именно таким он задумывался еще в начале 90-х. Славянский базар стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно. В непростые времена люди всегда моральную опору находили в искусстве. И не случайно тогда культурной столицей трех братских славянских стран был избран Витебск. Этот город над Двиной обладает особой творческой энергетикой. Действительно особой творческой энергетикой. Здесь жили и творили величайшие авангардные художники Малевич и Шагал. Они подарили миру «Черный квадрат» и юных влюбленных, парящих над городом. Царящая здесь особая творческая атмосфера вот уже полувека вдохновляет на создание ярких и разноплановых фестивалей. Многие из них и сегодня собирают самых талантливых музыкантов, хореографов, дизайнеров, художников из самых разных стран. И мы сохранили статус Витебска, города с богатыми культурными традициями, поддержав славянский базар на государственном уровне. Да что там говорить, в свое время, я об этом часто говорю, мы просто спасли славянский базар от уничтожения после распада Советского Союза. И не зря. Ежегодно мы принимаем друзей нашего фестиваля сегодня уже со всех уголков земного шара. Вот этот славянский мир, которые многие, наверное, далеко, где-то там, на Западе, когда-то не воспринимали всерьез, вот этот славянский мир стал ядром, центром притяжения многих народов. И сегодня в Витебске мы уже слышим речь представителей Индии, Китая, Кубы, Израиля, Соединенных Штатов Америки. Мы им рады. Традиционно в июльские дни Витебск является собой пример самого гостеприимного и музыкального города. Впереди нас ждут конкурс молодых исполнителей, многочисленные концерты и спектакли. И я хочу пожелать конкурсантам успешных выступлений, жюри честного судейства, зрителям, самых положительных эмоций. Я абсолютно убежден, что впечатления от этих фестивальных дней будут у вас самыми яркими. Настроение только праздничным, а душа будет согрета мелодией любимых песен. 28-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар» объявляется открытым.